Большой осенний бал стартовал в дошкольных учреждениях Карачаевского городского округа. И первый праздник прошел в детском саду «Красная шапочка». Дети, родители и воспитатели подготовили красочную программу, а также выставку поделок и угощений из даров осени. На балу у малышей побывала Мадина Каракетова. Нарядные, красивые, немного взволнованные, они ждут начала бала. Все старались, создавая костюмы, готовя праздничные номера, разучивая стихотворения. А в бальном зале, превращенном в осенний лес, детей ждали их любимые сказочные герои. Персонажи сказок развлекали малышей шутками-прибаутками, загадывали загадки, старались запутать и строили настоящие козни, пытаясь выдать себя за королеву осень. Но дети вывели самозванцев на чистую воду. С появлением настоящей королевы осени бал продолжился в нужном порядке, а проказники из сказок стали в нем почетными приглашенными. Осень познакомила своих маленьких гостей с особенностями времени года и каждого осеннего месяца. Ее помощники рассказали очень много интересных фактов об осенних погодных явлениях, активно вовлекая детей в познавательные игры и конкурсы. Злую тучку наказали, ты плохая, ей сказали. И какой же бал без танцев? Нас не удержать, мы такие гордые, счастливые. А самые маленькие воспитанники детского сада «Красная шапочка» подготовили вкусное фруктово-овощное дефиле. И каждый номер – яркое костюмированное представление. Помимо костюмов, дети и их родители подготовили выставку, экспонаты которой делали своими руками из подручного природного материала, а также выставку угощений из даров осени. Дети рассказывают, что они с нетерпением ждали этот праздник и очень старались. У нас сегодня праздник. У нас сегодня очень весело, мы пели, танцевали. У нас такие сегодня красивые костюмы. Это наши мамы, это помогали воспитатели и мамы, и мы старались. Костюм мне мама шила сама. У нас кто сегодня? Грибочек. Мне понравился праздник. Танец понравился. Я танцевала. Танец с листьями. Нравится мне этот танец. Сильно нравится. Всех поздравляю с золотой осенью. Воспитатели детского сада отмечают огромный вклад родителей в подготовку осеннего бала, всемерную поддержку на каждом этапе. Родители с ребятами подготовили выставку под названием «Осенние фантазии», выставку рисунков под названием «Золотая осень». Родители – наши большие помощники. Вот эти все поделки на выставку сделаны руками родителей. Осенний бал уже стал традиционным в детских дошкольных учреждениях Карачаевска. По мнению представителей городского управления образования, основная цель этого мероприятия – показать детям всю красоту родной природы и научить бережному к ней отношению. А самое главное, такие мероприятия еще теснее объединяют родителей и детей, учат взаимодействию семьи и педагогов в достижении общей цели – дошкольного воспитания ребенка. Такие праздники, посвященные осени, пройдут во всех детских дошкольных учреждениях Карачаевского городского округа. Комиссия оценит старания детско-родительско-воспитательских коллективов, выбрав лучший осенний бал. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск.